Так, ну, что я хочу сказать. Я заметил, что в курятнике было очень пыльно. Очень много пыли было. Я начал изучать этот вопрос. И многие там куроводы, птицеводы пишут то, что чтобы не было пыли, в курятнике должна быть отдушина, чтобы концентрация воздуха была. Поэтому сегодня я решил проверить это и сделал вентиляцию таким образом. Сейчас я пришел в курятник и на самом деле как бы чувствуется, что и воздух другой стал, и пыли гораздо меньше стало. Поэтому действительно вентиляция работает. Так что вот моя бункерная кормушка. Вот так вот им засыпаешь, вот сюда вот засыпаешь корм, вот так вот закрываешь, и вот так вот они у тебя кушают.